Смотрите новые серии эксклюзивно на Иви. Научу вас путешествовать. Бода-борода. Северное сияние. Бода, привет! Что ты делаешь? Привет, дети! Сейчас я научу вас смотреть на северное сияние. Только найду его. Бода, но здесь северного сияния не увидеть. Почему? Потому что мы в Турции в разгар лета, и на дворе раннее утро. А что вы предлагаете? Смотреть северное сияние на севере зимой ночью? Да. Северное сияние чаще всего можно увидеть в районе полюсов Земли. С октября по март. По вечерам. А я что вам говорю? Надо идти на север. Как раз к зиме и дойдем. Вот, дети, деревня Кильпис-Ярви. Зима. Есть полярный круг? Есть! Что нам еще нужно, чтобы увидеть северное сияние? Северное сияние можно увидеть только на ясном небе, в период с октября по март. А микроскоп и воздушный шар для этого не нужны. Деревня есть, небо ясное есть. Отправляемся на поиски. Да я здесь грибы скорее найду, чем сияние. Что за шум посреди ночи? Эти звуки издают северное сияние. Вода, посмотри на небо. Караул! Пожар на небе! Он нам все северное сияние сожжет! Бода, Бода, Бода! Бода, это не пожар, это... Ладно, ладно, уж и пошутить нельзя. Сам знаю, это звездная пыль. Сейчас я ее пропылесошу. Нет, Бода, это северное сияние. Эй, вы что? Пыль надо пылесосить, а не меня! Бода, это и есть северное сияние. Это северное сияние? А чего? Красиво. Так, дети, быстро все смотрим на северное сияние. Эй, вы чего? Включите обратно! Бода, не расстраивайся. Северное сияние – редкое явление. Люди едут через полмира и подолгу ждут, чтобы на него посмотреть. А еще его можно увидеть из космоса. Так что же вы сразу не сказали? А то Кильпис-Яр 33 Кильпис-Яра на Кильпис-Яре Кильпис-Яровали. Ого! Смотрите, на Земле случился взрыв на фломастерном заводе! Видите, краска в воздухе? Нет, Бода, так выглядит полярное сияние из космоса. Оно возникает благодаря столкновению заряженных частиц, испускаемых Солнцем, с верхними слоями земной атмосферы. Да шучу я! Конечно же, это столкновение слоев с земным Солнцем атмосферы, испускаемых Солнцем, с верхними слоями заряженных частиц коры. Научу вас путешествовать. Бода-борода. Каменная волна.
Зонтик, якорь и ведро, и доска, и много всякого на всякий случай. О, привет, дети! Привет, Бода! Ты куда-то собираешься? Конечно, собираюсь! В Австралии есть одна необычная волна. Буду кататься там на доске. Да, в Австралии большие волны. Моя волна круче. Бода, это же каменная волна. Ты не сможешь на ней заниматься серфингом? Хватит разговоров. Австралируйте меня скорее, пока волны не закончились. О-хо-хо-хо-хо-хо! Вот это волна! Сейчас, дети, я научу вас доскингу. Морфы, доску. Ладно, я сам. Первым делом надо проверить, теплая ли водичка. Ой. Водочка, ты что? Ой, уф, вода теплая. Поплыли. Оп, 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 э. Эх, хорошо. А теперь... Бода, твоя волна скрипит. Странно. Не слышу рыб и не вижу чаек. Все понятно. Волна сломалась. Но не волнуйтесь, Бода все починит. Оп! Хе-хе. Опа! Хе-ха-о. Так, вот так вот. Раз-раз. Тут починить, здесь постучать. А ну, как-то так она чинится. Бода, она каменная. Каменная волна. Настоящее природное чудо. Каменная волна образовалась миллионы лет назад. Она из гранита. 15 метров в высоту, а длина больше 100 метров. Это ветер и дожди постарались и сделали ее такой. Ветер и вода много прекрасного оставили по всему миру. Ага, вода! Все же была вода! Вода, 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 вода. Тогда я просто подожду, когда придет сантехник. Или когда придет дождь. Дождь не поможет, Бода. Вокруг каменной волны сделали барьер, защищающий ее от воды и от разрушений. Ветер и вода выточили каменную волну, а люди любуются и берегут. Осторожно! Не повредите волну, морфы! Может, вы еще вздумаете тут на доске кататься? Ай, что происходит? Волна меняет цвет! Какая красота! Эх, такую волну не уберегли. Испортилась. Она не испортилась. Каменная волна в течение дня меняет свой цвет. Так, я понял, что все знал с самого начала. Вот зачем нужна каменная волна. Зачем? Чтоб делать красивые фотографии, а бороды при этом у вас не намокали. Бода. Бода. Научу вас путешествовать. Бода-барода. Мань-пупунёр. Дети, сегодня я покажу вам чудо природы. Ух ты, а какое? А вот вы сами и выбирайте, какое. Замечательно! Отправляемся к этим чудесным пенечкам. Это столбы выветривания на горе Мань-Пупунёр. И они очень далеко. Нужно лететь на самолете, потом ехать на машине. Ничего, как-нибудь дотопаю. Топ-т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 оп
Бода, что случилось? Топливо закончилось. Чудо природы, чудо природы. Чудес не бывает. Бода, ты же почти пришел. Вот они, столбы выветривания. О. Чудовища! Бода, это просто камни. Нет, смотрите, это привидение. А вот индеец. А вот женщина с подушками. А вон вообще, старушка пирожок ест. Слышите, они с морфиками разговаривают. Вампу-мампу-чичук. Нет, столбы не живые, сам потрогай. Дети, перед вами гигантские скульптуры, сделанные великанами. Великаны тут ни при чем. Раньше здесь были горы, но ветер и вода их разрушили, и остались только столбы. Это происходило на протяжении 200 миллионов лет. Ой, дети, не отвлекайтесь. Нам надо срочно тут все измерить. 1, 2, 3, 4, 195, 196. Ничего себе! Высота 197 бодов-бородов. Самый высокий столб 42 метра. Это как 14-этажный дом. А я о чем? Это же дома древних людей. Просто они за воду платить забывали, и дома немного окаменели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, где лифт? Бода, это не дома, и лифта там нет. А как я тогда наверх заберусь, чтобы флажок воткнуть? Ты что? На них нельзя забираться, столбы от этого разрушаются. А еще нельзя, потому что для народов Манси это святыня. Маньпопуньор на их языке означает «малая гора идолов». Ух ты, идолы. Тогда мы сейчас своего идола сделаем. И так, вот сюда, опа. О! Вот, дети, вернемся сюда через 200 миллионов лет. А у нас уже собственный столб с флажком выветрился. Чудо природы. Научу вас путешествовать. Бода-барона. Вулканы Камчатки. Бода, зачем ты в холодильник залез? Здорово, я от вас спрятался. Правда? Ой, вы же совсем замерзли. Да, поэтому сейчас поедем греться. Куда? В Африку? Нет, в долину драконов. Вот, дети, это долина драконов. Ух ты, вулканы. Бода, мы на Камчатке. Смотрите, драконья нора. Нет, это кратер вулкана. Какой такой кратер? Какой такой вулкан? Вулкан – это гора, из которой извергается лава. А вот это кратер. Да вот же, смотрите, кожа дракона. Мы на драконе. Нет же, это лава. Во время извержения она жидкая и очень горячая. А потом она застывает в разных странных формах. Ну вы фантазеры. Смотрите лучше, что дракон натворил. Сжег лес и вертолет сбил хвостом. Нет, это вулкан выбрасывает пепел. И он мешает летать самолетам и вертолетам. А о том, что вертолеты драконам летать мешают, вы подумали?
Драконам нужен уют, чтобы яйца высиживать. Бода, это не яйцо дракона, а вулканическая бомба. Видишь, из вулкана вылетают комки лавы. Они вращаются и из-за этого становятся круглыми. Ну вот, всех драконов своими бомбами распугали. Кто нас согреет теперь? Будда, а разве вам еще холодно? Да какое там холодно? Жара вон какая. Ай-я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 й! Кто забыл выключить плиту? Ой! 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 Ой, Бода, это вулкан Толбачек. Он извергался несколько лет назад. Но лава была такая горячая, что на ней до сих пор можно яичницу жарить. Яичницу жарить прямо на камнях? Их, здорово! Надо запомнить это место. О! Ух ты! Хе-хе, еще какое ух ты! Итак, дети, сегодня я показал вам удивительный край Камчатку. На Камчатке есть много вулканов. Стой, Бода, здесь ошибка. Да? Вот, это вулкан. Горячих источников. Опять ошибка, вот горячий источник. На Камчатке есть много гейзеров. Нет, Бода, опять ошибка. Гейзер – это тоже горячий источник. Но иногда он бьет фонтаном. Да, хорошо на камчатских драконах, то есть вулканах, то есть на горячих источниках. Научу вас путешествовать. Бода-барода. Озеро Эльтон. Лодка, палатка, удочка. Привет, Бода. Привет, дети. Сегодня мы едем на озеро Эльтон. Вроде все собрал. Эльтон – необычное озеро. Точно. Фотоаппарат забыл. Все необычное нужно фотографировать. Ого-го-го-го! Сколько снега! Пока добирались, зима наступила. Бода, это не снег. Так, морфики, ставьте палатку, а я чай сделаю. Вот, дети, учитесь. Так нужно проводить отдых у озера. Кто насыпал соли в мой чай? Бода, твой чай никто не солил. Ты взял воду из озера. А в озере Эльтон вода соленая. Вот придумали. Это в море вода соленая, а в озере пресная. Ну-ка. Соленая. Кто насыпал соли в мое озеро? Бода, это просто такое соленое место. Здесь везде соль. На берегу вместо песка, на дне соляная корка. Раньше здесь соль добывали. Эх, ладно, чай попили, теперь на лодке прокатимся. Эх! Бода, ты не плывешь, а скачешь. Думаете, легко плыть по такой твердой воде? Это не вода твердая, а озеро мелкое. Летом оно от 7 до 15 сантиметров глубиной. Это значит, легко будет рыбу ловить? Бода, рыба в Эльтоне не водится. А что же там еще-то водится? Птица, что ли? Я теперь соленый, как огурец. И глаза щиплет. Надо помочь, Бода. Но что из этого ему поможет? Солнечные очки, бинт или обычная вода? Обычная вода, она смоет соль. Бода, после соленой воды нужно помыться пресной. Тогда и глаза щипать перестанет. Какое-то ненастоящее у вас озеро. Чай соленый, рыбы нет, купаться щипит.
Как красиво! Смотри, Бода! Озеро гладко, как зеркало. И вода кажется розовой из-за водорослей. Ладно, давайте фотоаппарат. Хе-хе, ух ты! Так необычно, аж красиво. Щелк! Эй, вы что, грязь развели? Всю красоту испортили! Морфики принимают грязевые ванны. Здешняя грязь лечебная. Ой, что-то я приболел. Пора лечиться. Не, на удочку здесь много не поймаешь. Зато на фотоаппарат. Я же вам говорил, Эльтон – необычное озеро. А вы чуть фотоаппарат не забыли. Смотрите новые серии и развивайтесь вместе с Иви.